Проживание с удобствами. Электричество, водопровод, мусоропровод. Комфортные бытовые условия, сфера деятельности ЖКХ. О работе этой сложной системы изнутри жителям Одинцова рассказали на очной встрече в рамках обучающего курса «Все о ЖКХ». Третий год подряд Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области при поддержке регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства проводит для жителей Подмосковья обучающие семинары. Называются они просто и доступно «Все о ЖКХ» или «Про ЖКХ». Как говорится, это вот год 3.0, потому что третья версия. Коллеги постарались поинтереснее сделать курс, чтобы любой житель нашего края мог получить ответы на самые банальные вопросы. Как сделать так, чтобы в каждой квартире было тепло, светло, во дворе чисто и уютно? И главное, по выгодным тарифам для собственников жилья. Эти вопросы волнуют каждого. Всех волнует капитальный ремонт, когда он придет в мой дом. Всех волнует мусорная реформа. Почему мы так платим, а не иначе? Всех волнуют льготы, всех волнуют тарифы. Всех волнует электронное собрание собственников жилья. Масса вопросов. Каждый год их становится все больше и больше, с учетом, что мы развиваемся, законодательство меняется. Законодательство в сфере ЖКХ настолько объемное и быстро меняющееся, что разъяснять его основы жителям регулярно просто необходимо, считают специалисты. О тарифах и ценообразовании, как правильно организовать управление многоквартирным домом, о роли и задачах советов жилых объектов. Жителям рассказали о последних правовых изменениях в этих и других вопросах. Деятельность всех управляющих организаций с 2015 года у нас в России она носит лицензионный характер. И в декабре 2017 были изменения. Если изначально им лицензию выдавали бессрочно, то в декабре 2017 постановили, что лицензии выдаются на 5 лет. А всем, кому ранее выданы, они завершат свою деятельность от этой нормы закона, соответственно, до декабря 2022 года. Курс «Все о ЖКХ» можно пройти и дистанционно. Ежегодно по нему обучается до 30 тысяч человек. По окончании выдается сертификат. Быть грамотным в бытовых вопросах может каждый. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».